Привет, прогрессивные друзья, ты истинный следователь. Опять поговорим про лживых революционеров, потому что революция должна к хорошему резко изменить жизнь большинства. Эти люди уже сейчас живут нормально, поэтому они никакие не революционеры, даже если у кого-то и у меня очень тяжелая ситуация, это не значит, что нужно спятить и верить, кому попало. Посмотрите просто по делам. Навальный, наверное, неплохой человек, но что он предлагает? Он предлагает старую схему говневую. Это такую же, вот как сейчас есть. Начальники, чиновники, просто будет хороший начальник, он президент, он поставит других хороших начальников. Эта схема не работает. Работает другая схема. Она есть во многих других государствах, когда 90% прав твоих, их не надо обсуждать или что-то просить для них. Там это лечение, еда, свобода слова. Это как бы не обсуждается, всегда у тебя есть. Ну и о 10% там ты что-то там обсуждаешь с другими людьми, может быть, какие-то даже депутаты, а тут просто подразумевается совсем другое, что вот 90% все равно будет кто-то решать твоих вот основных вот этих прав. И, естественно, поэтому полное говно. Это говнище, они не оппозиционеры, не революционеры, дерьмо сраное они. Ну и они используют такие ужимки примитивные, как бы вот этот плохой, а я, значит, хороший. Как бы, и да, он показывает, чиновники наворовали, плохие. Как бабулька там бедная еду украла, они ее обидели. И получается, что плохой и хороший как бы перед тобой должен быть. Они же плохие, значит, Навальный хороший. Но не так. Оба плохие, потому что он конкретно-то ничего не сделал. Ну, то есть, не говорить эти вещи, рассказывать правду, это хорошо, да, он сделал. Но у него план говнёвый, просто себя начальником сделать. План-то полная туфта. В этом и суть. И, конечно, не надо сидеть, как бы говорят, вот ты сидишь, сдохнешь. Значит, надо, ну, не надо и хвататься за лживого спасителя. Ты за него ухватишься, он будет сидеть там 4-8 лет, сколько. Ты потом подумаешь, да, блядь, схема-то старая, говнище, надо было новую схему. Просто, да, надо бегать, шевелиться и сделать сразу схему новую, прямое народовластие. Пока, ребята. Слава прогрессу. Слава мне. Я истинный революционер. Пока.